стрелять, только с той стороны. Просто ужасно.
Чунин. Что-то не так. Thank you.
Понятно.
рано тебя выпускать. Небось, опять поранился. Что стряслось? У тебя кто-то потерялся? Можно и так сказать. Жду кое-кого с небольшого задания. Ты, наверное, не поверишь, если я расскажу. Меня сложно удивить. Говори, я слушаю. У меня есть ворон Крака. Нашел его, раненого, когда началось вторжение. Вылечил, и он остался со мной. У нас с ним связь, клянусь. Как будто я понимаю, что он видит в полете. Встречалось тебе что-нибудь подобное? Звучит знакомо. Значит, ворон потерялся. Где-то здесь? Нет, не здесь. Вон на той каменной глыбе, висящей в воздухе. Мне кажется, там можно найти что-то очень ценное. Вот я и отправил туда Краку. У него прямо талант находить сокровища. Он улетел. И с тех пор я его не видел. Ну, тогда я поищу твоего Краку. Не уверен, что сможешь. Разве что умеешь летать. Я умею удивлять, Дверг. Не только я здесь умею меня подключить. Этих уродов, чтобы мы оба смогли улететь. Друг, спасибо тебе. Наслаждаешься гостеприимством Турсов? Я хотел тут кое-что стащить, но попался. Тот Дверг внизу, мой хозяин. Он зовет меня Крака. Я один из тех, кто вторгся в эти земли. Дверги храбро бились и ранили меня. Я превратился в ворона, чтобы выжить. Скави нашел меня и забрал себе, думая, что я простая птица. Он меня выходил. Не знаю, кто ты на самом деле. Не обрадуется он, если узнает. Неважно, сокровище здесь. Хочу принести его Скави. Он спас мне жизнь. Ты поможешь мне? Мне нечем тебя наградить, но вот у Скави что-то да найдется. Повезло тебе. Сокровище уже у меня. Прошу лишь об одном. Отдай его Скави. Ты не хочешь отдать его сам? Я и так был для него обузой. Не хочу, чтобы он знал, что помогал врагу Двергов. Он этого не заслуживает. Так и быть. Удачи тебе, Крака. И тебе.
Ну, не тяни чудо Асгарда, говори. Вот, у меня для тебя кое-что есть. Что? Это не может быть. Откуда у тебя? Я же говорю, я умею удивлять. Да уж. А Крака, мой ворон, он наверху? Да, Крака был там. Он выбрал собственный путь. Неужто он сам тебе это сказал? Ну что, говори. Крака Йотун. Он хотел достать тебе сокровище за то, что ты спас ему жизнь. Йотун? Оборотень. Он понимал каждое слово. А я с ним откровенничал. Он сказал, что не хочет быть обузой. Это не ему решать. Он должен был... Твой наруч. Он помог тебе подняться наверх. А в чем дело? Хочешь, усилю его в знак благодарности. Как усилишь? Приходи ко мне в кузницу, и я покажу. Конечно, любой достойный кузнец такое сможет. А если еще найдешь сокровища на камнях в небе, приноси, посмотрим, что я смогу с ними сделать. Хорошо, тогда до встречи в убежище. Ah!
внимание. За все ответим. Thank you.
чтоб я сдох! Что опять стряслось? Что-то случилось? Тебя бед хватает. Уйди, пожалуйста. Что происходит?
ценят этот Уходи отсюда. Должно быть где-то рядом убежище. Дверги прячут свои трупы у всех на виду. Хочешь улучши корабль или нет? Мне все равно. Твой азарт воистину заразителен. Правда? Как мило. Покупать что-нибудь будешь? Дай взгляну на товары.
что-нибудь? Я еще вернусь. Это должны быть кружки, в которых осталось пара капель. Продолжай, не стесняйся. Лом, я пьян в стельку или передо мной стоит всятец? Ну, да. Славно, славно. Хави точно поможет нам с нашей битвой. Давай поможем друг другу. Чего именно тебе не хватает? Рифмы! Ритма! Ох, нам нужно твое сердце, Скальда. Ты о чем? Твое красноречие, смекалка. Нам, первым среди сынов Ивальди, нужно подобрать конец саги о нашем конце. Я хочу понять, как вы поможете мне отомстить Сурту. Мстить? Что за чушь? И потом драться нужно не с ним одним, а со всем его родом. Его дочь Эйса бродит там, ловит двергов и обращает в рабов. Нам не победить. Так что мы едим, пьем, любимся и печемся о наследии. Вот именно. Но мы явно уже немного перебрали. Рифмы совершенно не ложатся. Ну вот, так что тебе нужно закончить нашу сагу, нашу сломом. Я выкую конец вашей саги с силой, достойной Мьёльнира. Да! Отлично! Все обязаны вечно помнить и почитать нас двоих. Да. И раз у нас в гостях Хави, нужен новый последний стих. Послушай. В Свартальфхейме Хави вдруг встречает двух двергов, чьих имен не знает. Они во всю отвагою хвалились, но сами лишь от страха обмочились. Я ждал совсем другого. Скажем... Вы назвались сынами Ивальди. Зачем? Чтобы позорить его? Брамер! Кажется, Хави не хочет писать нашу сагу. Катись ты, Лом! Твои слова глубоко ранят, но они правдивы. С каждым днем нас все меньше. Друзья не возвращаются. И все сильнее хочется забыть. Сурт похитил моего сына. Я не могу просто позабыть об этом. Ты говорил, у Сурта есть дочь? Да. Она умна, хитра. Командует сильными воинами. И правит здесь от имени Сурта. Где ее искать? Дальше по дороге плавильня. Спроси у двергов там.
Хорошо, я расспрошу их. Попробую пленить Эйсу, чтобы обменять ее на сына. Спасибо, Брэдер. И правь двергами, как подобает сыну Ивальди. Ты им нужен. Конечно. Тебе поддохнуть. Зачем? Может, потом я не проснусь. В любой момент. Тут могут ворваться сюда. Скормить зверью или залить пещеру бурлящей магмы и сделать из нас кипящий суп. Я занят. Хочешь улучши корабль? Что-нибудь? Я еще. Знаю, страшные подумки. Да, о том, чтобы целый день слушать твои стена. Так что лучше пойди отдохни, а то и мне выглядит покоя. Иди! Ты права. Иди сюда! У нас и без тебя бед хватает. Здорово! А ты, смотрю, уже успел напиться. Я трез как... Трезвый я, понятно? Ты это выпьешь со мной или нет? Поспорим, кто кого перепьет. Ставлю все. Одобряю. Это будет легко. И не думай. Пиво мне, что молоко матери. Матушка любила приложиться. Иди сюда, выпей со мной. Какой ужас. Но мне сказали, что... Скоро будешь пол целовать. Хорошо, что ты в безопасности. Я тоже рада тебя видеть, Хави. Держи. И благодарю. Без тебя я бы погибла. В этом нет нужды, но спасибо тебе. Нужно найти тех, кто в ответе за смерть замученных дьяков, и остановить. Весьма пышный пир для столь тяжелых времен. Есть досыта. Пить да пьяна. Любить женщин. Скажи, чего еще можно желать? Быть может, в чем-то ты прав. Но мне пора. Здравствуй. О,
Похоже, к нам пожаловал особый гость. Хочешь повеселиться с нами в последний раз, Хави? Это ты называешь весельем? Ха, хватит нос задирать. Ты не испортишь нам настроение. Да уж, пожалуй. Неужто? Сам отец Ратий, вещий, избирающий павших? Бог воронов, именуемый Сигдир, Оски, Хави? Я знаю свои имена, друг мой, и их много. Скажи мне свое. Я Ори, сын Нори, сына Гори, также сына Гори, их одинаково звали. Сына Фимбура, сына Фомура, третьего сына Бомбура. А до того были Гумбрак, Вольди и снова Гори. Ори, говоришь? Верно, сын Норри. Ты гордишься семьей, что делает тебе честь. Ты здесь один или с родней? Один. Все мои родичи погибли. Отца раздавила корова, которая свалилась на него с обрыва. Бабке в лицо нагадила птица. Старушка свалилась с пони и попала под телегу. Дед потерял бритву и решил побриться топором. Ну, ты понимаешь, чем все кончилось. Вот это череда злоключений. Именно. И так у всей моей семьи. Можно сказать, у нас склонность к невезению. Но мне удалось добраться сюда, когда началось вторжение. Пирую и отдыхаю. Может, хоть мне повезло. Я еще верну. Что? Какой ужас! Но мне сказали, что... И вот снова ты. Как я и говорил, найдешь угли, неси мне или другому кузнецу. Сделаем тебе что-нибудь особенное. Как погляжу, с местными ты не ладишь. У них каша в голове. Пируют да поют, пока рушится мир. Прежде я делал оружие для воинов, а не ложки для обжор. Когда-то мы были могучим народом. Ростом не вышли, а вот находчивости нам было не занимать. Но любовь к своим творениям ослепила нас. Мы размякли. И когда напал враг, от топоров и молотов уже не было толку. Без боевого духа-то